Всем привет! Сегодня у нас огромная посылка, больше метра в высоту. И это, как вы поняли из названия, башенный вентилятор от Xiaomi. Xiaomi Mi GEA, вторая версия. Цена тоже не маленькая, около 90 долларов. Давайте распакуем, посмотрим, что мы за эти деньги получаем. Вот такая коробка, там значок Xiaomi Mi GEA. Все на китайском, я думаю, это китайская версия. Вот его внешний вид на коробке изображен. Открываем дальше. Вот такая труба, диаметр где-то 15 сантиметров, высота метр. Отдельно в пакетике блок питания. И, как вы видели, основа состоит из двух половинок. Сейчас соберем, посмотрим, подключим, посмотрим, как работает, как дует. Так, здесь все просто, это две половинки соединяются. Вот для ориентировочки, видите, на одном из штырей он такой скошенный. Все кругленькие, этот скошенный для ориентировки. Здесь есть к пакету прикрученный паспорт с ключом. И тут есть два болтика, тут фитофиксируется, я закручивать не буду. Опять же, сюда вниз подключается блок питания, и вот так выводится. Видите, специально есть для этого крепление, чтобы аккуратно провод вводился, не передавливался нигде, ничего, все красиво, аккуратно. Ножки вот тут прорезиненные, тут опять же эмблема Mi GEA Xiaomi. Так, будем включать. Вилка китайская, нужен переходник. Читал отзывы, там вроде некоторым людям ложат, здесь не было. Так, вот такая у нас метровая стойка получается. Пульта управления нету, все управление вот здесь сверху. Кнопка включения. Так интересно. Порыв и затухание. И пошли переключать режимы. Второй более сильный. Еще более сильный. И еще максимально. Можно подключить через приложение к Wi-Fi. Но в отзывах читал, что нужно переключаться на Китай страну, потому что китайская версия. Так, у нас получается по скорости эта кнопка. Эта кнопка отвечает за стиль обдувания. Здесь был просто. Надо дать больше, чтобы понять. Порывами, как в лесу. Не знаю, ли вам слышно. Не хочу, чтобы задувало просто в камеру потоком. Но он вот так порывами. Реально, как будто тише, слабее опять порыв. Слабее опять порыв. Интересный режим. Этот был обычный просто. И ночной. Полумесяц, вероятно. Самая минимальная скорость. И нельзя увеличить, видите? Ночной, значит ночной, минимальный. Включаете на другой. И пошло дальше. Так, теперь это, вероятно, какое-то вращение. Да, вот он стал вращаться. Видите? Ага, он не делает полный круг, а делает оборот в одну сторону и возвращается назад, делает след, опять оборот. Так, ну и это, наверное, таймер. Таймер не знаю, как выставлять.
возможно делить там, например, на час. Вот так, так как скорости, так и на час, два, три, четыре. Возможно. Вот, ну, в общем, дует он хорошо, интересно. И главное, то, что он дует не так, как лопасти. Вот в одном, например, у вас такой тоже вентилятор высокий, он в этом диапазоне и дует. Этот дует, так как у него снизу доверху, он вот так снизу, с ног и доверху дует по всей плоскости. То есть необычно немножко. Ну, это хорошо, мне нравится. Приятно, что у вас обдувает, так как бы с ног до головы. Ну, до головы не достает, а до своей высоты. Но если вы присядете или там сидите за столом, да, то будет кайфово вообще.